Очередной круг текущих вопросов обсудил глава Кашхабского района Заур Хамирзов на планерном совещании с заместителями, начальниками отделов и управлений района администрации, руководителями ведомств муниципалитета, главами сельских поселений. В ходе мероприятия ответственными лицами были представлены доклады о санитарно-эпидемиологической обстановке и ходе прививочной кампании против коронавирусной инфекции на территории муниципального образования Кашхабский район, о контроле за реализацией национальных проектов и госпрограмм, а также о проводимой работе по достижению показателей оценки эффективности работы исполнительных органов и органов местного самоуправления. Отдельно по поручению главы района в повестку дня был вынесен вопрос завершения работ по реконструкции ветхих сетей газопровода и восстановления благоустройства территории после земляных работ. Заур Хамирзов подчеркнул, что для любой обслуживающей компании неприемлемо оставлять после ремонтных работ ямы и ухабы, грязь и перерытые дороги. Подрядной организации были поставлены определенные сроки для устранения волнующей жителей райцентра проблемы. В случае неисполнения глава района поручил начать претензионную работу в соответствии с законодательством. В конце планерного совещания руководителя муниципалитета была поставлена еще одна задача, а именно начать в поселениях района работы по ремонту и реставрации памятников в рамках подготовки к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.